Шеф-повар Максим Григорьев. Суши кадзари кошка. Кадзари – украшение на японском, кадзари суши. Суши но танк – декоративные суши. Японская кухня созерцательная, суши кадзари – рисовые картины. Замысел раскрывается в самом конце приготовления, при разрезании. Так и появилась эта кошка, пока не разрезала, в первом варианте был другой зверь. Время приготовления – 30 минут. Ингредиенты. Водоросли нори 3 штуки. Икра летучей рыбы, тобика, 35 грамм. Кальмары копченые 10 грамм. Крабовые палочки 30 грамм. Рис круглозернистый 150 грамм. Сахар 8 грамм. Семга слабосоленая 40 грамм. Соль 10 грамм. Уксус рисовый 30 миллилитров. Шаг 1. Подготовим рис, крабовые палочки, семгу, икру, нори, соль, уксус и сахар. Большинство кадзари рецептов в интернете, картины из разноцветного риса с контурами из нори, решила немного пофантазировать, разнообразить суши картинки, добавить питательности, рыбные ингредиенты, ведь готовится кошка, рыбоед, только рисом благосклонности почитаемого японцами животного не добьешься. Шаг 2. Варим рис, как описано в рецепте онигири овечки. Обязательно выдерживаем рис в воде, зернышки потрескивают, как бы выговариваются перед варкой. Шаг 3. Пока варится рис, готовим заливку из 2 столовых ложек уксуса рисового. 1 чайной ложки сахара и соли, уксус немного подогреваем для лучшего растворения. Шаг 4. В рис вливаем специи и распределяем с помощью деревянной лопатки, специалисты рекомендуют обмахивать веером рис. Шаг 5. Кадзари-конструктор. Готовим составные части. Ожерелье, аккуратно срезаем цветной слой с крабовых палочек. Шаг 6. Не знаю, случайно или нет, но половина нори, длина крабовой палочки, впервые их изготовили японцы. Так что, скорее всего, не случайно. В рецепте используются только половинки нори. Заворачиваем белую часть в нори. Шаг 7. Кладем вторую палочку, плотно заворачиваем. Шаг 8. Аналогично с третьей жемчужиной палочкой, остатки нори отрезаем и закрепляем край, намочив лист. Шаг 9. Все остальные объекты будут по размеру палочки. Вырезаем 2 кусочка семги по 20 грамм каждая, ширина по факту. Шаг 10. Срезаем уголки на одной из сторон. Шаг 11. Заворачиваем в нори рыбу, можно в один лист по кусочку или оба в один, навстречу друг другу. 1/3 половинки нори. Это будет красный бант. Для упрощенного варианта, подкрашиваем 20 грамм риса красной краской, сок свеклы. Шаг 12. Делаем носик. Взвешиваем 5 грамм риса. Шаг 13. Смешиваем рис с ложкой темной икры, пошло 4 грамма как вариант, можно подкрасить рис толченым нори или кунжутом, но для этой модели более выразительна икра. Деталь мелкая, если использовать кунжут и нори. Нос сливается с основным фоном. Шаг 14. Используем половинку половинки нори, рис кладем по центру, защипываем, край раскрываем, получается якорь. Деталь опять-таки по длине крабовой палочки, это если забыли, вдоль или поперек укладывать рис. Шаг 15. Делаем глаза, на 1/3 половины нори кладем 10 грамм риса, закатываем, конец закрепляем. Шаг 16. Разрезаем вдоль, глаза готовы. Шаг 17. Делаем полоску из нори, склеиваем половинки с помощью риса, это наружный слой. Шаг 18. Делаем мордочку. Выкладываем на половинку нори рис. Шаг 19. На рис кладем половинки от разрезанного вдоль рулетика с белым рисом внутри. Шаг 20.
Засыпаем рисом, несколько зернышек. Шаг 21. Вкладываем нос, вниз часть с рисом и икрой. Вверху нори, часть нори раскрываем. Под части якори закладываем рис, грамм по 20 поднимаем снизу. Это улыбка кошки, если повернуть фото на 90 градусов, картинка проявляется, но пока рис не закрыт нори, не переворачиваем. Шаг 22. Сверху еще немного риса, грамм 10. Шаг 23. Поднимаем нори, формируем мордочку, прокатываем на коврике. Шаг 24. Готовим фон. Японские кошки бобтейл чаще всего белые с рыжевинкой, фон оранжевый, добавляем к рису икру, пару чайных ложек. Шаг 25. На длинный лист нори, соединенные половинки выкладываем ожерелье из палочек. Оно будет выполнять функцию подставки в готовой картинке. Мордочку, шов, низ, сверху бант, часть с красной рыбой. Удобнее делать бант в одном куске, легче скрепить конструкцию. Шаг 26. С двух сторон выкладываем цветной рис. Шаг 27. Поднимаем нори к центру, используем коврик, скрепляем листы. Вес 320-350 грамм. Шаг 28. Нарезаем ролл, срезаем край и делим на третьего части. Шаг 29. Нарезаем кальмар, отрезаем уголки. Шаг 30. Формируем 3D-модель. Прикрепляем ушки к мордочке, немного сгибаем уголочки. Для этой детали можно использовать кусочки белой рыбы. Обрезки, больше фантазии, можно добавить усики из тонких полосок нори. Шаг 31. Вот такой получается кадзари, вес 85-100 грамм. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.